Приветушки! Мне пришла посылка из интернет-магазина «Лабиринт». И, внимание, спойлер, скоро придет еще одна, совсем небольшая. Вот, ну, будем уже смотреть, улыбаться и радоваться. Начнем, так сказать, в порядке роста, от малого до к великому. Вот такие вот обычные канцелярские зажимы. Я заказала такие разноцветные, в форме сердечек. Я, признаться, честно, не особо любительница вот именно формы сердца. Но как-то мне уже порядком доело, не повсюду. Ну вот, это была такая интересная, по-моему, единственная такая вот форма доступная. Такая интересная, не как обычно. Заказала тоже Нила Геймана, «Все новые сказки» называется. Я как-то говорила уже, я озвучила сама с собой, заключила сама с собой договор, когда я просила мне в подарок электронную книгу, что я буду продолжать покупать бумажные, но только проверенных авторов, либо те вещи, которые прочитал в электронном варианте, мне захотелось их перечитать впоследствии. И хотела тут скачать себе Нила Геймана, а потом подумала, какого черта? Я без ума от его книги «Американские боги», которую я прочла еще, когда выпускалась из школы, в году 2000-2001, как-то так. И относительно недавно, по-моему, даже в этом году, я очень долго, кстати, искала эту книгу, мне хотелось ее очень перечитать, любопытная вещь. Я нашла и перечитала, и подумала, ну, если автор смог написать такую книгу, как «Американские боги», то все остальное у него, безусловно, крайне любопытное, оригинальное и потрясающе. И, собственно, вот я начинаю по тихой грусти скупать книги и буду, пожалуй, при каждом заказе по одной и брать. Собственно, так хочу собрать коллекцию. Ну, мои объяснения что-то затянулись, переходим к следующей книге. Вот она такая огроменная, даже не ожидала, что будет такой формат. Смотрите, у меня рядом тут подушка декоративная. Они одного примерно размера. То есть это вообще что-то формата 5 или что-то я в форматах. И очень, собственно, ради этой книги заказ и формировался. Это отдельное, я так поняла, что это сам интернет-магазин «Лабиринт» озадачился созданием книги подобного формата, если я не ошибаюсь. Также, если я не ошибаюсь, кажется, ее в продаже уже нет, она продалась какой-то определенный период, по 9 сентября, как-то так. В общем, если я ошибаюсь, я надеюсь, я ошибаюсь, я оставлю ссылку на эту книгу, если она еще есть в продаже. Чем же она так примечательна? Как мы уже видим, минуты 3, наверное, это карта России, но это особые карты России. Откроем совершенно наугад. Вот, это у нас Саратовская область. Мы видим статистику. И видим описание этой области в городах. Вот. Всякие всякости. И вот так вот целый разворот. Новый разворот, новая область или край, или республика. Вот Удмуртская. Интересно, есть ли здесь Хакасская? Республики Хакасия здесь не оказалось, зато я нашла Красноярский край. Именно оттуда родом у меня по родословной все абсолютно линии, по крайней мере, до 1723 года точно. И даже я нашла тут Курагина. Именно рядом с Курагина места, так сказать, обитания, где мои предки обосновались, переселившись откуда-то. Кто-то из Вятской губернии, кто-то из Белоруссии, а у остальных неизвестно пока еще. И вот всякие красноярские всякости, вот то, что чем славится, собственно. Игарский музей, надо будет съездить. Даже Норильск, у меня там в ГУЛАГе дядя работал, и очень многие по линии Поляковых там вообще работали. Вот так вот. Тут, кстати, очень интересно сделано содержание. В виде флагов, гербов, вернее, ну да, флаги субъектов Российской Федерации. Собственно, указывается флаг, вот, допустим, взять Москву и страницы, собственно, на какое все это дело происходит. Я посмотрела тираж, как я подумала, совсем маленьким, 15 тысяч. А книга начинается, собственно,
карты нашей прекрасной России. Тут, собственно, опять же есть как-то содержание, но уже вот так вот перечнем. И вот условное обозначение, конечно же, карты России. Ну вот название, собственно, и понеслось. Вот такая чудесная, волшебная покупка. Я вообще в восторге. Всем пока, буду разглядывать. Удачных вам покупок!